Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Зима проходит годовой минимум температуры без экстремальных крещенских морозов. Активность атмосферных процессов на юге Западной Сибири постепенно снижается. А ослабление ветров и застой приземного слоя воздуха ведут к накоплению загрязняющих выбросов в городах. А теперь о погоде более подробно. 25 января в Новосибирске без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит 16-18 градусов мороза, в пригороде опустится до минус 22-24. Днем ожидаем повышения до минус 8-10 градусов. В последующие дни в Новосибирске преимущественно без осадков. В пятницу 26 января в темное время суток синоптики прогнозируют минус 12-14, днем потеплеет до 4-6 ниже нуля. 27-го ночью температура за окном составит минус 13-15, днем снова небольшое потепление до 5-7 градусов мороза. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения.